Белорусско-российская акция «Морское братство нерушимо» признана лучшим патриотическим проектом года Подмосковья. Организаторы военно-исторического марафона получили премию губернатора Московской области. Белорусско-российский проект стал лауреатом в номинации «Наследники Победы». 2 года поисков, восстановление имен моряков, уроженцев Московской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вслед за Белоруссию, где эта работа уже окончена, активисты общественного объединения писали морскую летопись столичного региона России. Участниками марафона стали 14 городов Подмосковья. Там прошли памятные акции и марши-тельняшки. Мы реализовывали наш проект на территории ряда муниципальных образований Московской области. Вы знаете, что финишировали мы в Можайске, передавая якорь на вновь открываемом парке российско-белорусской дружбы. Огромное количество людей, которые не просто приходили на наше мероприятие, а которые оказывали всяческую поддержку в процессе реализации нашего проекта. Это общественные деятели и просто жители, я уже не говорю о руководителях органов местного самоуправления. В этом году на соискание премии «Наше Подмосковье» было подано 36 тысяч заявок. Призовой фонд превысил 2 миллиона долларов. Их разделили между лучшими проектами. Ветераны-моряки из Беларуси и России потратят свою денежную премию на очередной проект на Черноморском побережье. Там они организуют поиски в районах боевых действий времен Великой Отечественной.